Всем привет, с вами Рамбук, и сегодня я покажу вам, как сделать ловушку из бумаги. Для этого нам нужен лист бумаги. Берем лист и сгибаем его вот так. Делаем продольный сгиб. Проводим линии. Затем разворачиваем лист и сгибаем вот такие 4 угла. Этот. Этот. И таким же образом вот эти два. Теперь сгибаем пополам. Теперь сворачиваем вот так. И разворачиваем. Потом берем, засовываем вот сюда пальцы и разворачиваем его вот таким вот образом. И с другой стороны также. Потом сгибаем вот таким вот образом. Все, наша ловушка готова. Держим ее вот за этот край и взрываем. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.